двигаться дальше. Какой способ у нас еще может быть интересным для использования? Это способ, в котором я буду использовать тот же самый платочек, только уже в расправленном виде. Значит, напомню вам, что складываться он будет точно так же, только скручивание в жгутик мне не нужно. Единственное, что я добавлю, что я могу сделать скручивание чуть потолще, чтобы у меня осталась такая широкая тесьма. Сейчас я вам покажу примерно какого плана. Вот такого плана, чтобы концы платка свободно, элегантно свисали. Здесь очень интересный такой кошачий, мистический кошачий рисунок. И, конечно, как сказать, хотелось бы проиллюстрировать. Он такой, дает такое вот прекрасное настроение. Способ. Итак, конечно, если у вас волосы будут распущены, вам тяжело будет сразу собрать. Поэтому идеальный вариант у вас здесь должна быть уже зафиксирована резиночкой. Ну, как сказать, в данном случае не зафиксирован, зафиксирован хвост. Итак, мы накладываем сверху, следим за тем, чтобы у нас оба хвоста были одинаковой длины. Так, проверяю. Нет, этот у меня, значит, вот этот вот подтягиваем. Отлично. Перехватываем внизу. С других сторон опять мы достаем, надеюсь, вам вот так будет виднее. И после этого мы завязываем сверху. Вот этот способ. Сейчас я вам продемонстрирую, что у меня получилось. Так, надеюсь, там проследите. Вот у меня сейчас там резинка, которую ее обязательно надо спрятать, чтобы она у вас не демонстрировалась. Вот сейчас я ее аккуратненько спрячу и немножко затяну. После этого относительно спокойно можно будет продемонстрировать вам. Ну, надеюсь, что все достаточно аккуратно. Вот, этот вариант поможет вам оформить длинные волосы и продемонстрировать красивый шарф вместо какой-то обычной заколки. Двигаемся дальше. Я думаю, сомнений нет. Так, я освобождаю пока. И мы переходим к головным уборам.